Завтра в Бобруйске будет прохладно. Подует умеренный северный ветер. Ночью воздух остынет до плюс 14 градусов. Днем столбик термометра покажет до плюс 24. Тенденция сохранится до конца недели. Завтра небо снова затянут облака. Синоптики сообщают, что ожидаются дожди. До сих пор действует запрет на посещение лесов в Бобруйском районе. В России не утихают лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 6 регионах. Искусственные дожди помогли потушить почти 40 тысяч гектаров Якутии. Дым от горящей тайги идет в Иркутскую область. За последние сутки 39 городов в регионе накрыло смогом. С огнем борются более 2000 человек. На Чукотке все возгорания удалось потушить. У побережья Маврикия развернулась масштабная операция по очистке вод от огромного нефтяного пятна. Оно настолько велико, что заметно даже со спутников. Разлив нефтепродуктов представляет серьезную угрозу коралловым рифом, морским обитателям, птицам и животным, уверяют эксперты. Причиной утечки стала пробоина в грузовом судне. На борту было около 4000 тонн горючего. Завтра в Бобруйске будет пасмурно и все же дождей не передают. Ветер северный со скоростью 3-5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 19. Ночью столбик термометра опустится до 14 выше 0. Анастасия Похлестова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.